Відкрита трибуна. Чи поважають в нашій країні волонтерів? Не знаю. Хтось поважає, хтось не поважає. Волонтерів чого? Волонтерів в АТО? Думаю, що вже не так, як раніше. Чому? Надоело на русском. Наверное, надоело. Все. Ну, лично я их очень уважаю, потому что люди делают доброе дело. Люди помогают. И по поводу войны вот этой вот очень много сделано. Не государством, а именно волонтерами, именно простыми людьми. Я, конечно, их уважаю. И считаю, что это организации вот эти вот, которые благотворительные всякие, должны существовать. Я вважаю, що поважають, тому що вони стараються зробити життя наше кращим. Ще вони допомагають, не всі волонтери є успішними і чесними. Я вважаю, що є такі волонтери, які наживаються на цьому. Ну, вважають, мабуть, ті, хто первые дни АТО, которые были, поехали туда добровольцами и защищают нашу, скажем так, границу. Ну и в целом, которые помогают людям бездомным кормить. Ну я уважаю всех людей, которые делают то дело, которое им нравится. И волонтеров тоже я уважаю. Да. Так же самое. Потому что они делают то дело, которое им нравится, они помогают людям. Я не буду говорить за всех остальных, но лично я уважаю. Государство кинуло всех на произвол. Вот они подняли и армию, и все. Молодцы, ребята. Відкрита трибуна.